Давным-давно в глухих лесах Уральских гор жил, говорят, один охотник. И был у него сын. С малых лет помогал он отцу добывать зверя, да и хозяйство вести. Жили они одни. Прошло время. Занемог как-то старик, слаб стал и не ходит больше на охоту. Не печалься, отец. Весь белый свет обойду, а найду лекарство от болезни. И отправился он по свету искать снадобье для отца. Долго ли, коротко ли, добрался наконец до дремучего леса. Не убивай меня, добрый человек. Попала я в капкан. Помоги мне выбраться. Ждут меня дома волчата голодные. Спасибо тебе. А что же ты не весел? И куда идешь? И поведал он волчице о своей печали. Пройди три леса и две горы. На вершине третьей увидишь пещеру. Там ты найдешь, что искал. Спасибо тебе за совет. Ну, прощай. Поблагодарил батыр волчицу и пошел по тропе, которую она ему указала. Вода, убавляющая силу. Вода, прибавляющая силу. Это то, что мне нужно! Трехглавый Дев, который жил в этой пещере. Вот ты гость ко мне пожаловал. Как раз у меня время ужина. Отойди с дороги! Нет у меня времени с тобой говорить. Нет. Коль пришел ко мне, будем с тобой силу испытывать. Биться будем или бороться? Будем биться и бороться!
дней. Спасибо, но тебе надо торопиться. Садись на меня, я мигом тебя отвезу домой. Отец, вот лекарство от твоей болезни. Не печалься, сынок. Живая вода не даст вечной жизни. Но твои старания не прошли даром. У тебя доброе и мужественное сердце, а это сильнее любой волшебной воды.